В преддверии Дня космонавтики особое внимание уделили оценке состояния улиц, название которых связано с космосом. Одни ждут ремонта в этом году, другие уже приводили в порядок в предыдущие годы на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Небольшую, но важную для густонаселенного микрорайона улицу Звездную в промышленном районе отремонтировали большими картами еще в 2019 году. В этом осенью заканчивается срок гарантийного обслуживания. Но до этого времени повреждения и недочеты подрядчику придется устранять за свой счет. Есть ли недоработки, выявит специальная комиссия. У проверяющих к ремонту улицы Звездной в прошлом году нареканий не было. Да и в этом замечания минимальные. Осмотр гарантийных объектов производится для того, чтобы подрядные организации своевременно и качественно выполняли работы по гарантийному ремонту объектов, отремонтированных ранее. Для того, чтобы потом, после того, как дорога сойдет с гарантии, не привлекались дополнительные бюджетные средства на ее восстановление. Такие гарантийные осмотры специалисты муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» и региональные координаторы партийного проекта «Безопасные дороги» проводят каждую весну. Проверяют состояние дорожного полотна, ограждений, знаков, светофоров, разметки и других элементов благоустройства. Это все актируется, определяются сроки исполнения гарантийных обязательств. После этого мы еще раз объедем дороги, на которых будут найдены какие-то дефекты, и будет составлен акт об исполнении или неисполнении гарантийных обязательств. В числе наиболее часто встречающихся дефектов – выкрашивание асфальтобетона вокруг колодцев и по периметру дождеприемников. В апреле гарантийные работы планируется провести на всех участках, по которым имеются замечания. А вот на участке улицы Гагарина от промышленности, от примыкания к скверу самарских космонавтов до 22-го партсъезда предстоят еще только основные работы. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году здесь отремонтируют картами проезжую часть на площади более 15 тысяч квадратных метров, а также поднимут люки колодцев в уровень дороги. Работы на участке по улице Гагарина от улицы Промышленности до улицы Тукачевского были выполнены еще в 2013 году. И в настоящее время улица находится еще в весьма достойном состоянии. Параллельно проходят и сезонные работы в рамках городского месячника по благоустройству. Так, на Гагарина уже начали подготовку к преображению участка. Специалисты муниципальных служб благоустройства начали опиловку аварийных деревьев, чтобы улица выглядела ухоженной и аккуратной. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.